Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана. Сегодня маринуем баклажаны. Это очень вкусный рецепт. Быстро готовится. Нам понадобятся баклажаны. Здесь у нас килограмм баклажан. Штук 5 зубчиков чеснока. Зелень. Перчик. Сахар. Соль. Уксус. Уксус у нас яблочный. Масло растительное. 1 литр воды. Это все ингредиенты. Ну, получается просто бомба. Давайте готовить. Мы очищаем кожуру с баклажан, но можно не очищать. Это по вкусу, кому как нравится. Без кожуры они получаются нежнее. Баклажанчики нарезаем кубиками примерно 2 сантиметра на 2 сантиметра. Литр воды ставим на огонь. Как нагреется, станет горячее, это можно сделать заранее. Наливаем 100 миллилитров яблочного уксуса. 6% добавляем сюда же 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, 12 перчика. Доводим маринад до кипения и выкладываем баклажаны. Регулярно помешивая, варим примерно минут 7. По прошествии 7 минут все вываливаем в шланг. Пока сливается маринад и остужаются баклажаны, приготовим заправку. Заправка готовится из зелени. Зелень может быть разнообразная. У нас петрушка и укроп. Хорошо, если будет еще и кинза. В зелень натираем чеснок. Чеснок также по вкусу. Кто любит чесночка больше, кто любит чесночка поменьше. На ваше усмотрение. Все это заливаем 5 ложками растительного масла. Перемешиваем. Кто любит вообще поострее, можно добавить красного перчика. Остается смешать баклажаны с заправкой. И закуска готова. Сразу же можно налетать, но лучше будет, если оставить его где-то на часик-два в холодильнике. Он настоится, будет вообще песня. Всем всего доброго, приятного аппетита, до следующих рецептов.